поиск острого продолжения за варом. Ну, можно бить! Ну, ребята! Ой, какие молодцы! Ну, наконец-то! Наконец-то гол! 1-0! Сборная Советского Союза выходит вперед. И как не следил Болин за Билановым. Но вот благодаря тому, что наши футболисты так остроумно, великолепно разыграли эту комбинацию, посмотрите, мы подготовим все для того, чтобы быть голу. И казалось, Заварову надо отправлять мяч в сетку ворот. Но в последнюю долю секунды он, что называется, не пожадничал. Умница. Увидел, что Биланов находится в более выгодной ситуации. Прямо против центра ворот. Последовала тут же тонкая передача в штрафную площадь. Ну, браво, просто браво за эту атаку. Да не потому, что гол, а вот за...